Голливудское кино на общественных началах сняли в Нижнем Новгороде. Группа энтузиастов, каждый из которых на время съемок стал и актером, и оператором, и постановщиком трюков, уложившись в бюджет всего в несколько тысяч рублей, сняла фильм в стиле экшн-фантастика. Что получилось, смотрите прямо сейчас. Фильм полнометражный, рассказывает про путешествие в зону отчуждения. Очень много экшена, очень много приключений, есть юмор, да есть все, в общем-то. Актер, каскадер. Какие вот там были трюки? Разные. Сальто, акробатика, боевое искусство. Вот. Ну, в основном мы специализируемся на драках и падениях. Синяков, сколько было ссадин, ушибов, переломов? В основном перелом. крупных таких травм не было, в основном только ушибы, ссадины, все. Фильм малобюджетный, но фильм такого масштаба, такого класса, если бы делал Голливуд, то, наверное, бы затратил на него, ну, не меньше там 40 миллионов долларов, это точно. А вы сколько затратили? Несколько тысяч рублей, и то как бы не сразу, а в течение там мелких расходов. В общем, свои карманные деньги. По профессии я фотограф. Я играю, в общем-то, опера, такого немножко опера-неудачника, и который должен был там разрулить эту ситуацию. Попробовал себя в качестве актера, понравилось. Я играла индианку по имени Майя. Вообще все произошло настолько случайно. Я гуляла на одной из свадеб своей подруги, и, собственно говоря, кинорежиссер, кинооператор ко мне подошел и предложил сыграть одну из ролей в данном фильме. Погода очень часто мешала, приходилось ждать несколько дней, потому что, ну, как бы была погода та, которая была в предыдущем дубле, потому что все это потом приходится сводить. Вот. Из-за этого съемочный процесс очень сильно растягивался. Мы очень стремимся сейчас развить в Нижегородской области кино, которое, вот как в Москве и в Ленинграде есть киностудии свои, хотелось бы создать в Нижнем Новгороде что-то подобное. Кстати, премьера фильма состоится 31 октября в кинотеатре «Рекорд». И несмотря на то, как воспримут его зрители, нижегородские кинематографисты уже приступили к съемкам своего второго фильма. Главное, как говорится, процесс.